плюс трон. Ну, прям там кружок. Мол, это я, твоя рука. А он меня застукал. Ну, директриса за меня заступилась. Царство небесное. Не поверил этому прохвосту. Ну, а кроме воровства, он что-то отличался? Как учился? Ой, ну, учился так себе. Но вот мне поганец нравится учителям. Вот скользкий был, как уж. А родители у него кто? Ну, отца не было, только мать. Ой, вот она придет за ним в школу, пьяненькая. Андрюшенька, сынок. А он ее стыдился. Сейчас еще хуже стало. Вон возле магазина на Братиславской. Прошаемся на выпивку. Извините. Серега. Никитос, ты где? Трубку почему не берешь? Я в полиции. Где? Что там делаешь? Меня арестовали. То есть пока что задержали. По подозрению в угоне. С нашей стороны вопросов по сделке нет. Предлагаю назначить дату заключения договора. De notre côté, il n'y a pas de question sur cette transaction. Je propose de fixer une date de signature du contrat. Malheureusement, messieurs, dames, mais pour ce moment, la conclusion de cette transaction est impossible. К сожалению, на данный момент заключение сделки невозможно. Почему невозможно? Мы вроде бы обо всем договорились. Указ это possible, nous sommes convenus de tout avec vous. Nous voulons changer de quelques conditions du contrat. А мы хотим изменить некоторые условия договора. И nous les soumettrons à votre appréciation aujourd'hui. И мы их вам предоставим на рассмотрение сегодня. Но до сегодняшнего дня вас все устраивало. Что изменилось? Rien. Nous avons besoin un peu de temps pour bien formuler les conditions supplémentaires. Нам нужно немного больше времени, чтобы сформулировать наши дополнительные условия. Voilà, et pour cela, nous proposons prendre une petite pause. Предлагаем сделать перерыв. Да, спасибо. Сейчас я уйду. Извините. Алло. Да, Карим, привет. Что-то с дедушкой? Да, Саша. Дедушка Тимур очень расстроен. Слушай, у меня сейчас очень серьезные переговоры. Я могу тебе перезвонить? Выйди на улицу. Говори. А ты что, в Москве? Я на парковке около твоего офиса. Жду. Съезд. До утра. Саша сейчас выйдет. Будете со мной рядом, но будете стоять в стороне. Не вмешивайтесь. Она моя сестра, я сам с ней поговорю. А ты не выходи из машины. Почему? Я хочу с тетей Сашей поздороваться. Мы не в гости приехали, я сказал, сиди в машине.
Ладно. У вас есть 5 минут. Как тебя угрозить? Ты? Не знаю. Я за вчерашнего вечера ничего не помню. Не то, как все случилось, не то, как я в чужой машине оказался. Привет. Здрасте. Здравствуй, сестра. Ты что здесь делаешь? Приехал понять, что происходит. Саша, зачем ты еще раз выходишь замуж за Антона? Сергей тебя чем-то обидел? Хочешь понять, что происходит? Да. Сергей оказался в машине. Отец, я хочу в туалет, я не могу больше терпеть. Здравствуйте, тетя Саша. Хитрющий. Что я могу для тебя сделать? Я это... Ирине не могу звонить. Вчера весь день не мог дозвониться. Одолжу свой телефон. Так у меня его забрали. А? Может, тебе найти хорошего адвоката? Думаешь, что все плохо? Я не знаю. Но ты же не виноват. Не нужно быть с ними перелогу, чтобы понять, что тебя подставили. Ты следил за Антоном. Видимо, кто-то увидел, что ты за ним следишь. А это значит, что у него есть сообщники. Похоже, ты прав. А ты поясни, ничего не привез. Извини, не скажу.